бесконечная музыка в машине и кофе на заправках. Вот, пожалуй, основные приметы любого автопутешествия. Мы снова в пути, и с каждым километром на сердце становится легче. Это еще один верный признак хорошего путешествия. С Московской кольцевой наш небольшой караван уходит на юго-восток. Мы едем на Среднюю Волгу. Волгоградское водохранилище – одно из самых больших на Волге. В нем можно выделить две зоны – так называемое море с очень большими открытыми пространствами и шириной до 15 километров, и река – верховье шириной 3-4 километра с выраженным течением и многочисленными островами и протоками. На широкой воде много судака, берша и трофейного окуня. На речных просторах Волгоградского водохранилища преобладают голавль, жерех и щука. В этот раз нас особенно интересуют судак и голавль. Достойные соперники любого спиннингиста. Лагерь обустроен, и на вечерней зорьке мы пробуем провести разведку боем. Хотя, что тут разведывать? Места эти хорошо знакомы, да и само по себе водохранилище славится хорошей рыбалкой. Поймали первого судачка на сегодняшний вечер. Сработал мелководный крэнк. Посмотрим, что будет дальше. Дальше будет больше. Во всяком случае, мы на это очень надеемся. Планы у нас такие. Артем Мишин и Евгений Громов выступают в своей излюбленной дисциплине – спиннинг с берега. Они, как всегда, набрали с собой кучу самых разных приманок. И собираются их здесь обловить, опробовать на голавлях и судаках. Александр Рыбкин отведет душу по своему любимому нахлысту. Это тоже весьма любопытное зрелище или, скажем так, нетрадиционное для большой воды. Так что устраивайтесь поудобнее, программа будет многосерийная и разнообразная. Артем и Евгений в этот раз будут говорить много, но по делу. Постоянный внимательный зритель должен узнать эти места. Мы уже приезжали сюда с Артемом Мишиным. Место нам понравилось. Оно из тех, куда хочется возвращаться. Здесь есть какой-то хороший магнетизм. А вот Евгений Громов здесь впервые. И ему такие условия ловли несколько непривычны. Голавля я ловлю уже много лет, но в основном на речках, маленьких речках. Там, ну, максимум это что-то там. Типа верхней Москва реки, то есть реки шириной до 100 метров. А здесь далеко не 100 метров, как бы не несколько километров, но при этом присутствует течение. Вот, ловля довольно, с одной стороны, примитивна, с другой стороны, разнообразна. Потому что если нужна, скажем, просто рыба, тогда можно стоять, кидать в море, и рано или поздно воблер будет встречаться с рыбой. Вот. Либо можно попытаться просчитать его поведение. Как я уже говорил, здесь вдоль берега идет две бровки. Одна идет совсем близко, метров 10-15 от берега. Это где-то с метра до 2-3 метров. И большинство некрупного голавля, жереха, отчасти судака, выходит именно туда в ранним утром, либо вечером душить малька. Более крупный голавль перемещается вдоль дальней бровки. Это где-то с 4 до 5-6, местами из 7 метров. Вот, там работают очень-очень глубокие диповые крэнки, либо колебалки. Вот. Ловля гораздо, конечно, сложнее, потому что вдоль бровки уже не провести воблер.
То есть приходится делать заброс только к перпендикулярному берегу, и шансов на поимку, конечно, гораздо меньше. Но все равно мы будем пытаться это делать. У нас есть в запасе глубоководные кренки. В принципе, поимки уже были, но пока что не крупных. Посмотрим, что нам преподнесет следующий заход. Пока же будем ловиться. Явной активности на поверхности нету. Будем пробовать ловить вдоль прибрежного свала. Таких вот до килограммовых голавликов. Некоторым это может показаться странным, но мы приехали на большую воду без лодки. Всю свою рыболовную программу мы строим на ловле с берега. Поверьте, это очень интересно и продуктивно. По вечерам и рано утром хищник сам приходит охотиться к берегу, и плавать за ним никуда не надо. Когда вы видите перед собой вот такие вот огромные просторы Волгоградского водохранилища и стоите на берегу, не имея плавсредства, конечно, возникает вопрос, где же ловить рыбу и на что ее ловить? В принципе, ответ, как говорится, кроется на поверхности. Достаточно проследить движение береговой линии, и там, где на берегу имеются какие-то характерные нюансы рельефа, то есть это может быть коса, вдающаяся в берег, или наоборот, это может быть небольшой залив. Все эти места привлекают хищника, то есть они привлекают малька, и что в свою очередь привлекает тех, кто на него охотится, потому что в таких условиях всегда присутствует небольшое течение под берегом, возможно, подходит бровка чуть ближе к берегу. И, в принципе, вот на одном из таких мест сейчас находимся и мы. Здесь выдается небольшая коса, и бровка ближняя, она совсем рядом. Она находится в метрах в 10-15 от берега. Также есть вторая бровка чуть-чуть подальше. Там идет более резкий свал на глубину. В утренние и вечерние часы рыба выходит кормиться на ближнюю бровку, то есть к самому берегу. Она активно питается здесь мальком, которого здесь присутствует в большом количестве. Днем же рыба отходит немножко дальше. Днем, как правило, клев действительно стихает. Но Артем и Евгений не будут сидеть сложа руки. Проверяя свои силы и знания, они хотят поискать подход к малоактивной рыбе. Для хищника, уходящего днем на глубину, надо искать рабочую приманку среди глубоководных воблеров или пробовать жиг. Сыграть не на аппетите рыбы, а на инстинкте хищника, раздразнить его и заставить схватить добычу. Однако все это будет днем, когда солнце поднимется высоко. Пока что у местных хищников продолжается утренний мацион у берега. Кто там у нас? А, да, вот он. Вот он, красноперый красавец. Тихо, тихо. Голавчик. Утренний голавль. Вышел на косу кормиться, а тут мы с нашим воблерком ТТМ Шедик от Angler's Republic. Голавль безумно сильная, бойкая рыба, поэтому будьте всегда предельно аккуратны. Когда снимаете его с крючков, делайте это всегда на берегу, иначе он может дернуться, повредить вам руки, повредить себя или вообще еще чего доброго уйти с приманкой, что у меня, кстати, уже бывало. Поэтому будьте внимательны при отцеплении его. Давай, красавчик, плыви. Судя по всему, на ближнюю бровку сейчас вышел голавль, которого мы попробуем поймать сейчас на крэнк. Соответственно, в руках у меня воблер от компании Pontoon 21 Preference Crank 47 SSR. То есть максимум ныряет сантиметров на 20-30. В данных условиях это то, что надо, потому что голавль перемещается вдоль ближней к берегу бровки, там глубина максимум метр. И, соответственно, подбирает малька, который пасется на самой поверхности воды. Попробуем в работе его. Заброс лучше делать градусов под 45 или даже ближе к берегу, потому что бровка проходит в 10-15 метрах всего лишь.
Здесь присутствует слабое течение, и стараться надо, чтобы приманку этим течением сносило вот вдоль этой бровки. Проводочку очень медленно, на грани срыва, чтобы воблер ушел как можно ближе к поверхности, не вылезал все-таки на поверхность. Вот Геолавлик идет за воблером, но, судя по всему, нет, уже очень близко увидел меня, развернулся и свалил. Сейчас попробуем его доловить. Сделаем вдоль берега прям заброс. Есть, есть. Да. Геолавлик, причем довольно приятного размера. Сидит только плохенько, может сейчас свалиться. Ну вот, собственно, сработал воблерок буквально на второй проводке. Вот такой вот красавчик. Конечно, для здешних мест размер далеко не самый внушительный, но все равно приятный как бы. Сейчас мы его отцепим аккуратненько. Будем надеяться, что покрупнее еще поймаем. Все, свалил. Вот она рыба. Голавчик. О! Опа. Основной жертвой для местного хищника является молоть различных карпов. Поэтому в утренние и вечерние часы для хищников более традиционной формой воблеров являются шеды, напоминающие кормовые объекты и видом, и поведением. Однако зацикливаться на одном типе приманок значит обеднять свои возможности. Оп, прям под берегом. Вот, утром на волжские косы выходят кормиться самая разная рыба. В том числе присутствует и окунек. Есть экземпляры гораздо крупнее, но пока вот такой. Позарился на новую приманочку от компании Pantone 21. Окунька сейчас отпущу, расскажу поподробнее про приманку. Его что-то обратно волной вбивает в берег. Оп, скакал. Касаемо вот этой модельки воблера. Воблер называется Декстер. Уникальность этого воблера в том, что он сильно тонущий. Он обладает большим весом, больше 10 грамм. При своих достаточно компактных размерах, что позволяет ему создавать очень выразительную высокочастотную игру на падении. То есть, во-первых, он очень далеко летает благодаря своему весу. Вот здесь вот сейчас необходимо облавливать достаточно большую площадь, и дальность полета приманки, естественно, в этом помогает. После приводнения, при паузе, он падает, совершая активные движения ролл всем телом, то есть очень высокочастотные. Такая игра, она очень нравится жереху, головлю, да в принципе любой рыбе, потому что здесь хищник атакует небольшую уклейку, которая по определению двигается очень быстро, и вот этот воблер очень хорошо ее напоминает. Изюминка этой модельки воблера Dexter Minnow в том, что она очень вариативна и сочетается с самыми разными типами проводки, вариантами анимации. Ну и, конечно, стоит рассказать об основных из них. Так как приманка у нас достаточно тяжелая и с очень активной собственной игрой, на мой взгляд, оптимальная проводка в достаточно высоком темпе с постоянными рывками. Все-таки этот воблерок в первую очередь нацелен на ловлю жереха, ну вот в данных условиях, в которых мы сегодня рыбачим, потому что на вот волжской косе, на которой мы очень неплохо половили головлей, судачков утром, днем рыба затихает, и
периодически выходит жерех. Но жерех единичный, разрозненный. И поэтому нам необходимо облавливать большую площадь, чтобы, так скажем, наткнуться на шального жереха, который здесь курсирует. Вот. То есть либо нужно сидеть долго и ждать всплеск, но по мне лучше просто делать чаще забросы. И вот в такой ситуации самая востребованная проводка активная, с постоянной подыгровкой, при постоянных резких рывках удилища. Приманка очень сильно отклоняется от продольной оси, и во время непродолжительных пауз она начинает тонуть и при падении еще совершает дополнительные движения корпусом. То есть во время проводки таким образом она вся, можно так сказать, ходит ходуном, вся извивается. И вот именно такая манера поведения приманки очень сильно провоцирует жереха, который курсирует в этих местах. Продолжая эксперименты, Артем повысил горизонт проводки и добавил активности при анимации. Другими словами, снова сменил приманку. А, жерех. Точно. Жерешок. На чике. Вот чики один в один напоминает уклейку, которую здесь гоняет вся вот эта рыба. Прям вот полная копия по размеру, по цвету. А взял этот жерешок практически на всплеск, на приводнении приманки. Тут же атака. Думал, голавлик. Нет, такой вот жерешок. Все, дальше охотиться. Отправляем бойца. В следующей части Артем и Евгений продолжат охоту за волжскими хищниками и поделятся своим опытом ловли на глубоководной приманке в условиях малой активности рыбы. Оставайтесь с нами, продолжение следует.